19 февраля в Западно-Казахстанском государственном университете имени Махамбета Тимисова был организован День открытых дверей для абитуриентов. Всего в мероприятии приняли участие 400 учеников и студентов с городских общеобразовательных школ и колледжей. Первой с поздравительными словами выступила проректор по учебной части Жусупкалиева Галия Хайдаровна. Махамбет Утимисов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті сізге есіктерін ашып отыр. Біздің университетіміз қазіргі уақытта, бүгінгі таңда республикамыздағы ең жоғары қатардағы 10 жоғары оқу орындарына жатады. 50-ден астам мамандықтар бойынша дайындап жатыр. 6000-ға жуық студенттер, магистранттар оқып жатыр. Университетіміз көп жылдардан бері белгілі саясаткерлер, ғылыми жұмыс жасайтын педагогтар бітіріп жатыр. Солардың ішінде айтатын болсақ, белгілі академик Асан Тайманов, Иманғали Тасмағамбетов, Бірханым Айтимова, ал қалған түлектеріміз еліміздің барлық түкпірлерінде жұмыстарын атқарып жатыр. Өйткені біз өздеріміздің түлектерімізге жұмысқа орналасады деген кепіл береміз. Неотъемлемой частью учебного процесса сегодня является академическая мобильность. На сегодня университет развивает и укрепляет международные связи. Существует свыше 80 договоров между ЗКГУ и вузами дальнего и ближнего зарубежья. Университет имени Йоханнеса Гутенберга, Международный институт туризма и культуры, Университет ГАЗИ, Славянский университет, Российский университет дружбы народов и так далее. В результате успешного сотрудничества между вузами и партнерами увеличивается количество обучающихся, изъявившее желание пополнить знания в ЗКГУ, познакомиться с нашей необъятной страной и исследовать культуру казахского народа. И это является уникальной возможностью для студентов нашего университета. В Западно-Казахстанском государственном университете имени Махамбета Тимисова есть 23 именных стипендиатов, из них 16 – именные стипендиаты президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Они рассказали о вузе, а также о возможностях, которые они получили, учась в Западно-Казахстанском государственном университете имени Махамбета Тимисова. Также в мероприятии выступили студенческий актив. Подводя итоги Дня открытых дверей, выступил ответственный секретарь приемной комиссии, кандидат исторических наук, главный организатор мероприятия Аскар Саинович Амамбаев. Теперь выпускники колледжа. Здесь у нас присутствуют выпускники колледжа, будущие выпускники. Есть такие же, да, у нас? Да, к вам главная настойчивая просьба – получить диплом до 1 июля. Потому что все-таки директора колледжа некоторые настаивают на том, что у них завершается учебный график только 1 июля. Но, в принципе, руководство пошло на встречу областного управления образования, не готово пересмотреть этот график. До 1 июля надо подать документы тем, кто хотел поступить на творческие специальности. Вот особенно спортфак, то, что интересовались, да? Начальная военная подготовка. Вообще, по 12 творческим специальностям ЗКГУ, они у вас выделены в буклете на последней странице. Посмотрите, срок приема документов завершается 1 июля. Это касается выпусков и школ, и колледжей. Ну, прием документов на комплексное тестирование, когда начнется 20 июня. И последняя деталь. Конкурс на грант начнется 23 июля по 31. Не забудьте, там у вас тоже выделено. Не обязательно в первый день подавать заявление, и в последний тоже не надо оттягивать. Там желательно где-то в середине. Мероприятие продолжилось концертной программой, подготовленной творческим коллективом факультета культуры и искусств.